официально съемки фильма «Скрим» начинаются. Камера идет, говорим. Сцена 1, кадр 1, дубль 1. Немножко задержали зарплату. Они немножко задержали зарплату. Сразу начинаю оправдываться. Как бы ты к этому идешь, что все под контролем, мне просто задержали, ничего нормально, все нормалек. Я буду платить. Я платежеспособный. Гражданин. Кей. Гражданин Кей. Деньги будут у вас. Да, хорошо, в пятницу. В субботу ваши деньги будут у вас. В пятницу! Хорошо, хорошо, в пятницу. Максимально, вообще максимально. Открыть. Начали! Стоп! Да, это снято! Этот кадр снят. У нас кран отработал на сегодня. Кран отработал! Спасибо, брат! Брат, вот целую твои рельсы! Как вы узнали об этом проекте? Кто пригласил? Вот история. Как вы попали на съемочную площадку? Меня пригласил продюсер и оператор этого фильма Алексей Фурсенко. Он еще замечательный актер нашего театра Маяковского, и он сказал, что вот есть небольшой эпизод, и мы хотим попробовать, чтобы это была я. Я с радостью согласилась, потому что я очень люблю всякие вот эти молодые начинания, такие. Это всегда прекрасно, потому что знаешь, что денег мало, и деньги можно потратить на что-то другое. А люди, молодые люди, тратят деньги на искусство, на кино и на таком-то все высоком художественном уровне происходит. Так что я прям счастлива. А расскажите, а что у вас за эпизод, что у вас за роль? Ну, такая небольшая, маленькая роль такой противной соседки, которая требует деньги за квартиру с главного героя. Ну, это... Домомучительница. Да. Поехали! 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 Сцена 1-1, кадр 1, дубль 2. И поехали! Давай, для бота Макара! Все. А что с Артом думает? Вот и довел его. Надо было мне на гримёр идти сейчас. Да, конечно. Пошла, пошла, пошла. Ну, кошка, хочешь, пожалуйста, опа, и опа, и опа. Поймём с тобой. Ты да чё, какой? Ты чатаешь как бог. Да. Ну, нас шикарно. В этот проект я попал через кастинг. На каком-то сайте, не помню, на каком, увидел
то, что вот требуется такой парень, текст, видеообращение режиссера, что сразу подкупает, все очень серьезно. Как-то нейтрально к этому сначала отнесся, потом еще увидел, еще через какой-то месяц еще увидел, подумал, значит, что-то надо ребятам серьезное. Поехал, попробовались, очень хороший был кастинг, тратный, понятный, внятный, ясный, я не знаю, как сказать. Ну, в общем, говорят, что кастинг был мучительный, я в это верю. Вот, утвердили. А скажи, а для тебя этот кастинг был, как ты его прошел? Тебе сложно дались первые шаги? Нет, главное, что кастинг в чем был замечательно, в том, что мы уже на первом кастинге, который вроде как ничего не подразумевает, и обычно просто смотрит морда, подходит, не подходит, тут уже на первом кастинге был процесс работы. То есть не просто обычно приходишь, до свидания, мы вам позвоним. Здесь нет, давай так попробуем, нет, давай вот так вот. Вот это подкупило, это очень хорошо, по-моему. Это очень важно, когда вот профессионалы работают здесь. Я считаю, высокие профессионалы, они ни за что не допустят какой-то малейший фальш. Они тебе сразу об этом скажут, ты попытаешься это исправить. И что касается и именно операторской работы, и режиссерской, все, мне кажется, команда очень слаженно работает. Замечательно. Поехали. Паруса и кара. Блин. Что мы снимаем? Мы наш домик снимаем. Привет! Мира, Мирочка, там каше у нас еще. Да. Кристина, ты сейчас спишь? Блин. Я тебя заменяю. Давай. Игаешь. 12-1. Кадр 1, дубль 6. Fucking take. Поехали. Давай все, тихонечко легко. Сцена 9, кадр 2, дубль 5. Какой у вас сегодня день съемок уже? Третий. Какой третий? Четвертый. Четвертый съемок. Четвертый. Еще ничего не снято, но четвертый съемок. Нет, как не снято, нифига себе. Основная эта сцена снята? Основная сцена из 20. Из 20. Да, самое главное. Поехали снимать. Каждый день по 400 гигабайт. Да, по 3 минуты. Поехали, парни, снимаем.